Преди време си взех тук една украинска, не Библия, Нов Завет. Недавно я взял одну украинскую Библию отсюда. И мина доста време, и тя стои там на колата. Прошло уже много времени, и она у меня на машине, в машине находится. Я скажу, Господи, та Библия ще изгори там от слънцето, моля те, дай ми някой човек да я дам. Я говорю Богу, эта книга уже сгорит скоро от солнца, пожалуйста, дай мне человека, которому я могу подарить ее. И словото колко е вярно, когато се молиш по Божията воля. И слово очень верно нам, когда мы молимся по Божьей вере. Още на следващия ден. Еще на следующий день. Господ ми прати един украинец. Бог мне отправил украинца. И работихме в един апартамент заедно. И мы работали вместе в одной квартире. Аз си работя моите дървени неща. Я работаю по дереву. Той си работи неговите бояджински неща. Он красит. Обаче меня не сдържа отвътре, викам, ти какъв си, бе? Но я не могу уже сдержаться и говорю, ты кто вообще? Что говоришь на русский? Почему ты говоришь на русском? И той каза, сам украинец, говорит, баща на четыре деца. Из Украины, у меня есть четыре детей, четверо детей. Викам, какво правиш тука, не воюваш ли? Я спрашиваю, ну, на шега. Ты не воюешь, почему и той ты здесь? Каза, че има закон, по който многодетните бащи ги пускат. И он сказал, что есть закон, по которому многодетные отцы могут выехать. И веднага ме удари нечто в главата. И сразу что-то ударило меня в голову. И казвам, знаеш ли, че има един, който много те обича. Я сказала, знаешь, что есть кто-то, кто очень тебя любит. И тебе приготовил страхотен подарок. И он приготовил для тебя невероятный подарок. И отидах в колата и взех тая Библия. Я пошел в машину, взял Библию. И той человек с добро сердце, православный христианин. И у человека очень хорошее сердце, доброе, он православный. Молиться за Игорь, никогда доли в нашу церковь. Давайте будем молиться за Игоря, я верю, что он придет сюда со всей семьей. Зима с благодарностью, той Нов Завет. И он с благодарностью принял Новый Завет. И разбрах за живота му, че трудно тука, че... И я узнал, что его жизнь здесь тяжелая, он здесь работает на... Трудно му е вообще, четыре деца. На маленькую зарплату с четверыми детьми. И аз му предложих да дори да сгубим една кухня заедно. И я предложил ему, чтобы он пришел, чтобы мы собрали одну кухню вместе. И не, че имах нужда от помощник, обаче така в сърцето ми Бог вложи да му помогна. Мне не так нужен был помощник, но Бог дал мне в сердце идею, чтобы я ему помог. И той човек с нощ вчера се разделяме. И вчера мы с ним расставались уже. И той, колко ми е приятно да работи с тебе. И он мне говорит, мне так приятно с тобой работать. И аз казвам, не с мене, с един друг, който е в мене. Не со мной, но с тем, кто внутри и меня. И му говорих малко за Бог и аз вярвам, че той човек почти е спасен. Я рассказал ему о Боге, и я верю, что он уже почти спасен, ему только осталось принять Христа. Аз ще призова да се молим за Игор, семейство. Я бы хотел, чтобы мы молились вместе за Игоря, за его семью. И за всички игуровци, които са тук във Варна. И за всех украинцев, которые сейчас в Варне. Да. Второто свидетелство е... И второе свидетельство у меня. Затова настоях и помолих, ако може пастора да ми разреши да го кажа. И поэтому я попросил разрешение у пастора, чтобы он мне позволил рассказать. Да, децата ни са родени във вярващо семейство. Мои дети родились в верующей семье. Обаче някои от тях вече им... Дори до тука, до религия, някои казва, но не некоторые всички. Из них, не все, но некоторые им уже надоела религия. И излязаха от църква, с което сърцето ни тежи. И они ушли из церкви, и мне сейчас тяжело на сердце. И по-малките, които сега са на лагерь, ги изпратих днеска. И младшие, они поехали в лагерь. За кой ли път? Уже много раз они ездили. Давид се разболя от този летен грип. И Давид заболел этим грипом летним. Веднага като се върна от лагера. И сразу как он приехал из лагеря. И много пъти бяхме се молили преди за оздравяване, за излекуване, но до этого много молились за исцеление, и это не всегда быстро происходит. Аз не съм с този дар исцеление. У меня нет этого дара исцеления. Но пък нещо ме жегна вътре и ми напомни 103-ти псалом. Но внутри что-то у меня разгорелось, я вспомнил о 103-м псаломе. На русски е 102. 102 да. В русской Библии. И третия стих казва, той, който прощава всичките ти беззакония. Третий стих. Тот, кто прощает все твои беззакония. Исцелява всичките ти болести. Исцеляет все твои болезни. И то стих ма докосна. И этот стих спомням, очень сильно коснулся меня. Майка ми е в небето вече, но я той... Я вспомнил свою маму, которая уже на небесах. Целият псалм го цитираше на Изус. Она на Изус цитировала весь этот псалом. И няколко други псалма. И еще другие тоже. И тя ма насърчаваше да уча на Изус. И она вдохновляла меня учить псалмы на Изус. И
Това беше втория ден, Давид с температура. И это был уже второй день, у Давида была температура, его рвало. Прочти този стих, ако обичаш, аз няма да се моля за тебе. Я сказал ему, прочти, пожалуйста, этот стих, я не буду за тебя молиться, просто сам прочитай. И познайте, какво случи на другия ден. И угадайте, что случилось на следующий день. Давид стана. Давид встал. Почна да еде. Начал есть. Което е признак на оздравяване. Это признак уже, что он ему лучше. След това излезе и вика, да отидем се разходим на море. Потом он вышел и сказал, поехали на море. Я дах слава на Бога. Я сказал, да, слава Господу. Той е верен на Словото си. Он верен своему Слову. Пиши, ако стъпиш на Неговото Слово. Написано, что если вы наступите на Его Слово. Даже се сещаме, една жена малко ограничена, явно взела Библията и се качила върху нея. Я вспоминаю, была одна женщина, которая была ограничена. И она увидела да это место това, и пошла, хотела Бог. Наступить уже на Библию, потому что так написано. Но давайте не будем этого делать. Да. Бог е верен да извърши това, което е обещал. Бог верен делать то, что он уже обещал. И днеска пак четах и пише, земята и небето ще преминат, но словото ми няма да премине. И сегодня я читал это место, что земля закончится и небо закончится, но его слово не закончится. Верен е Бог, искам да ви насърча. Бог верен. Независимо в какъв проблем сте. Независимо от ваших проблем. Независимо колко ни ви стигат парите, те винаги ни стигат. Независимо от финансов, хватает их или нет. Независимо... Днеска излизам и имаше неприятна случка, и затова не съм в много добро настроение, но независимо благодаря на моя Бог. Независимо от случая, я сегодня выходил из дома и случилось что-то неприятное, поэтому сегодня такое настроение. Винаги ще срещнеш демони по улице. Но все равно вы... Хора, които са обладани с лоши. Вы всегда можете дух. Встретить людей, которые не в духе. Но важното е не кого срещаш, а как реагираш. Но важно не то, кого ты встречаешь, а как ты реагируешь. И... Аз се покаявам днеска за реакцията си, не беше на християнин. Я покаялся сегодня за мою реакцию, потому что это была не христианская реакция. Не беше толкова лоша, но не беше пример за децата. Не такая хорошая, но и не была хорошим примером для моих детей. Благодаря ти. Издадим веднага. Но додах тук и си помислих и хваля Бога и казвам, прости ми. Но я пришел сюда и прославляю Господа и думаю, Господь, прости меня. Че наистина реагирам като армянец, а не като християнин. Я и вправду реагирую как армянин, но не и как християнин. И може би християнин. Това е, което ме държи още на земята, защото преди малко питам, какво ще ми и остава тут, наверное, да извърша, то, за меня задерживает къщи. Здесь на земле, потому что я спрашиваю Бога, что казвам, держит меня гости. Еще здесь. Не сме гости тук на тази земля. Потому что пастор тоже говорит, что мы здесь как гости на этой земле. И аз така се чувствам да ви кажа, нито бизнес ме интересува, нито пари. Я чувствую себя реально как гость, меня не интересует ни бизнес, ни работа. И всички се чуят, ти не си армянец, нали? Ти нещо ти има, нещо ти повреден. И все говорят, ты, кажется, не армянин, что-то с тобой не так. Живях в Америка 3 години и целият ми род е там. Я жил 3 года в Америке, целый мой род там. И когато казах, че се прибирам в България. И когда я им сказал, что поеду обратно в Българию. Они почнаха да правят така. Они подумали, что я сошел с ума. Само, че аз чувах, как Бог ми казва, върни се. Но я услышал, что Бог меня призывает обратно. И няма значение за что. Важно, что я послушах века му. Не важны причины, почему, но важно то, что я услышал его голос. И искам да ви кажа, че когато сме покорни на Словото. И хочу сказать, что когда мы покорны его Слову. Благословението му е изобилно. Его благословение очень изобильное. Искам да му благодаря за изобилието, което ми дава. Я хочу поблагодарить его за это изобилие, которое он мне дает. На тези години, в этом такава возрасте, сила. Такую силу. Толкова... Не мога да го обясня, 18 часа на ден понякога ми се налага да работя. Иногда мне нужно работать по 18 часов в день. А когато бях на 35 и правях бизнес, 18 часа бях припаднал. А когда мне было 35 и я делал ту же работу, тогава не бях повярвал, я чуть ли в обморок не падал. Божий дух, който живее в нас. Божий дух, который живет в нас. Е този, който нас държи. Это дух, который нас держит. Я искам да благословя с Божия дух. Я хочу вас благословить этим Божьим духом. Да му сме покорни. Чтобы мы были ему покорны, я и вы. И да изчакаме, да чуеме добри ми и верни слуга. И чтобы мы услышали эти слова, мой добрый верный слуга. На малкото поставях и беше верен. Ты был верен в малом. Елай седни отдясно на Господаря. И теперь сядь одесную. Аминь. Аминь. Спасибо.